Зря я надеялся, что запишу последний видеоролик. Третью часть я имею в виду. Все-таки буду записывать четвертый. Почему? Потому что в третьем видеоролике я не успел записать с USB-флешки на аудиокассету. Так. Так, на тейп. Послушаем, что здесь. Но я там не появляюсь. Каждый вечер на тусовках. Каждой ночью я в клубах. Ну, короче, муть какая-то. Так, перевожу на AUX и включаю китайскую приблуду. Включаю вторую китайскую приблуду. Так. Девятая. Ну вот, например. Вот, например, я хочу записать девятую композицию. Сейчас играет восьмая. Вот еще раз. Вот я хочу девятую записать. Так. Ставлю кассету. Ставлю на запись. Вот, на запись. Ой, на запись говорю. Кассета на запись. То есть выбор записи или в прямом направлении, или в обратном направлении. Ну, мне нужно в прямом направлении и включаю. Так, останавливаю. Где? Вот, остановил. И, соответственно, перематываю назад. Так, на тейп. Так, ой. Назад. Вот, до этого запись была мутная, я еще сказал. Я обычный парень, и все меня знают. В институте, но я там не появляюсь. Каждый вечер на тусовках, каждой ночью я в клубах. Вот, сейчас уже с USB-флешки играет на аудиокассету. Ну, вот это я и хотел показать. Надеюсь, это уже действительно последний, четвертый видеоролик. Ну, как-то так.